Здравствуйте, дорогие участники и зрители школы кинезиологии. Меня зовут Алексей Владимирович Крестинский. Я врач-прикладной кинезиолог, врач общей практики, врач мануальной терапии. Сегодня мы поговорим о такой теме восстановления после родов и кесарево сечения. Со мной также будет выступать Виталий Юрьевич Мажаров во второй части, но он подойдет чуть попозже. Школа будет разбита на две части. Сначала краткий кусочек – это теории непосредственно. И второй уже работа Виталия Игоревича Мажарова с моделью. Сначала я скажу, что роды – это вообще естественный физиологический процесс для женщины. Патологического тут ничего нет. И, соответственно, восстановление после обычных родов, как правило, проходит быстро. Если роды прошли без осложнений и травматизма, таких как послеродовые разрывы. Если же пришлось делать кесарево сечение, то это уже хирургическая операция, и восстановление там идет так, как после фактически любой абдоминальной хирургической операции. Вот. Послеродовый период у нас делится в нашем русскоязычном сегменте на два периода. Это ранний послеродовый, первые 2-4 часа после родов, и поздний послеродовый период. Деление это фактически условное и исключительно обозначено возможными осложнениями в послеродовом периоде. В англоязычной литературе послеродовый период делят на три части. Немедленный, ранний, ну и поздний. До 6 недель после родов. Ранний послеродовый период, чуть-чуть о нем скажу. Длится, еще раз повторюсь, первые 2-4 часа после родов. Рекомендовано совместное пребывание матери и ребенка, наблюдение за давлением, пульсом, выделением из половых путей, так как возможно кровотечение послеродовое. В нашей стране, к сожалению, пребывание матери и ребенка сразу после родов упразднено, но если роды платные, в принципе, там идут на это, и в порядке исключения какое-то время, 20-30 минут, мать может быть с ребенком сразу после родов. Анатомически. Сзади таз ограничен позвоночником, в частности, это крестец и копчик. Перед ним идет прямая кишка, потом матка, мочевой пузырь и лонная кость. Таким образом, получается, таз – это кольцо. Собственно, здесь крестец, два поясничных позвонка представлены, подвздошные кости, ну и копчик тут отсутствует. Соответственно, получаем вот такое вот кольцо. Здесь подвздошные кости отсутствуют, и на рисунке мы видим то, что, в принципе, видим. Также снизу мышцы тазового дна, которые, в принципе, и держат все органы таза и брюшной полости. После родов, после, еще раз повторюсь, нормальных родов, без осложнений, связочный аппарат восстанавливается к концу третьей недели или через 21 день. Мышцы промежности, восстановление происходит к шестой неделе послеродового периода, 42 дня, опять-таки, без роды, без осложнений. Передние брюшные стенки также восстанавливаются, мышцы передней брюшной стенки также восстанавливаются где-то через 6 недель после родов. Сердечно-сосудистая система. В первые сутки снижается уровень циркулирующей плазмы крови за счет депонирования крови в органах брюшной полости, и, соответственно, компенсаторно происходит увеличение сердечного выброса. Дыхательная система. Диаметр грудной клетки уменьшается, что создает возможность брюшного типа дыхания. Устанавливается экскурсия легких, исчезает одышка. Снижается дыхательный объем, минутный объем дыхания, резервный объем выдоха. Вдох, точнее. И при этом увеличивается общая емкость легких и резервный объем выдоха. Повышается уровень углекислого газа в крови. Ну, кратко по системам. Пищеварительная система, как правило, полностью восстанавливается где-то через 4-8 недель. В данном случае имеет место, важное место, именно гимнастика, послеродовая гимнастика. Если роды прошли, еще раз повторюсь, без осложнений, ее можно начинать со второго дня после родов. Если были осложнения, разрывы, травматизм, то тогда все это переносится в разряд строго индивидуально, и здесь лучше проконсультироваться с врачом. Гимнастика после родов
принципе, направлен на укрепление мышц брюшного пресса, тазового дна, сфинктера промежности, повышение тонуса мочевого пузыря, кишечника. И это минимальные гимнастические занятия, которые, в принципе, вы можете видеть здесь на рисунке, они частично представлены. Но, опять-таки, предварительно проконсультироваться лучше все-таки с врачом. И еще раз напомню, только в том случае со второго дня, если роды прошли без осложнений. Осложнения, о которых я так часто упоминаю, это родовой травматизм, декомпенсация экстрагенитальных заболеваний, то есть вне мочеполовой системы, кровотечение, задержки частей последа в матке, послеродовые воспалительные процессы, эмоциональные нарушения. Ну, сюда бы я бы еще дописал осложнения после эпидуральной анестезии, которые тоже могут быть. Но здесь не уписано. И, соответственно, вот так вот состоит таз, как я уже говорил, две тазовые кости, крестец и копчик. Когда происходят роды, тазовые кости, плод проходит через тазовые кости, они расширяются. Соответственно, могут быть смещения тазовых костей либо вперед с одной стороны, либо назад с другой стороны. Ну, происходит так называемый скрученный таз. Вот здесь вот скрученный таз, он же скошенный таз, он же перекос таза. Вот. Так, вот здесь, если видно по коже, нарисована возможность смещения тазовой кости относительно крестца, либо крестца относительно тазовой кости. Здесь смещение лонного симфиза, лонного сочленения. Соответственно, идет перекос таза, соответственно, идет перенатяжение мышц. Отсюда может быть боль в области паха, боль в области тазобедренных суставов, боль в области поясничного отдела. Ну и, соответственно, вот эти вот вещи надо уже устранять. Устраняется, естественно, не с помощью специалиста. То есть устраняется уже непосредственно либо остеопатически, либо махимануальными техниками, либо есть жесткие мануальные техники, так называемые трасты. Ну, я лично предпочитаю мягкие мануальные техники, либо остеопатические техники. Они наиболее безопасны, экологичны для человека. Но опять-таки нужно смотреть, были осложнения, не были осложнения, есть ли сейчас осложнения, допустим, декомпенсация каких-либо заболеваний. И уже исходя из этого как-то оценивать, когда их применять. Потому что, ну, естественно, сразу после родов, там, на второй день это делать, ну, по-моему, рановато. С учетом того, что мышцы восстанавливаются на шестую неделю. Соответственно, также здесь представлено расхождение лонного симфиза. Ну, тут, в принципе, таз достаточно нормальный. Здесь идет хрящевая ткань между костями. Ну, если плод большой, то идет разрыв, расхождение. Это уже другая патология, как правило, хирургическая. В данном случае ее мы касаться не будем по одной простой причине. Что если очень крупный плод, как правило, женщине делают кесарево сечение. И там уже совершенно другие моменты и совершенно другая тактика лечения, введения и восстановления. Ну, вот у нас таким вот плавным образом мы переходим непосредственно к кесарево сечение, к операции родоразрешения. Еще раз повторюсь, что кесарево сечение – это хирургическая операция, направленная на извлечение плода из матки. И, соответственно, восстановление как после хирургической операции. После кесарево сечения процент осложнений, в принципе, выше, нежели после обычных родов. Здесь вот от 10 до 40%. И это такие осложнения – инфекционные процессы в области ран, симптомы воспаления в области швов, боли, расхождения, нагноения, выделение из влагалища, отличающиеся от обычных, сигналы об неблагополучии в матке. Как наигрознейшее осложнение – это перитонит с развитием сепсиса, аднексит, параметрит, анемия вследствие кровопотери и спаечный процесс, как наиболее частое осложнение после любой операции. Вот. Причина
восстановлением наиболее долго протекающее, это, как правило, кровотечение и заживление раны. И опять-таки спаечный процесс. Первые недели после кесарево сечения – это ношение бандажа, использование специального белья, обрабатывать шов, наладить лактацию. Но это, как правило, не только первая неделя, но и гораздо больше. В принципе, встречались случаи, когда женщины до полугода носили бандаж и поддерживающее компрессионное белье. Первый месяц после кесарево сечения наиболее трудный. Как правило, швы еще не сняты, поэтому обязательно обрабатываем шов. Выделения из влагалища, из матки к 42-му дню должны закончиться. Это 6 недель. Вот. Это свидетельство о том, что произошло восстановление матки. Ну и с этого момента, кто не поддерживает лактацию, может пройти, закончиться, точнее, могут пойти месячные. Вот. Ну и, соответственно, грудное кормление. Первый месяц самый важный для грудного вскармливания. Ну, как здесь написано, в этот период идет налаженная лактация, количество молока вырабатывается столько, сколько высасывает ребенок. Ну, плюс еще несколько миллилитров. Ко второму месяцу лактация должна полностью наладиться. Со своей стороны, к этому могу добавить, что каких-то специальных препаратов, стимулирующих лактацию, нет. Кто бы что вам ни говорил. Ну, просто их еще не придумали. Не придуман тот гормон, который стимулирует лактацию. А что же тогда за препараты, которые продаются? Так маркетологи хорошие люди. Лактацию стимулирует именно вот процесс сосания ребенком грудь. Вот, соответственно, занятия спортом, вообще какие-то физические упражнения после кесарево сечения рекомендуется начинать не ранее, чем через 6 месяцев после операции. Ну и, как правило, подходит скандинавская ходьба. Бег трусцой я бы рекомендовал чуть в более отсроченном периоде, нежели 6 месяцев. Это все-таки более серьезная нагрузка. Плавание хорошо помогает. Ну, йога и похожие направления, растяжки, пилатес, это опять-таки с разрешения вашего лечащего врача. Ну, в принципе, на этом как бы кратенько все, поскольку погружать вас в знания практической анатомии, ну, смысла я не вижу. В любом случае, даже если вы ездите за рулем, полностью устройство автомобиля вы не знаете, в случае чего вам все рекомендуют обратиться к автомеханику. Так же и здесь. Единственное могу сказать случай из своей практики. Вчера была пациентка, девушка, 85-го года рождения. 9 лет назад перенесла операцию по родоразрешению, кесарево сечение. Вчера обратилась с жалобами боль в правой половине челюсти и неполное раскрытие рта. Через мануально-мышечный тест, разбирая всю эту проблему, вышли на первую причину. Это спаечный процесс послеоперационного шрама, послеоперационного рубца. Отработали шрам, отработали связки матки, отработали связки мочевого пузыря, которые были также задействованы. В дальнейшем пришлось отработать правую трапециевидную мышцу. Там произошли триггеры, и, соответственно, вся проблема ушла. Вот как-то кратко по ситуации. Какие-то вопросы? Ну, дадим возможность, да, задать вопросы. Может быть, вы немножко что-нибудь еще про боли в спине при разрешении родов? Поясните вопрос в данном случае. Ну, при естественном разрешении родов, угу, боль в спине. Боль в пояснице. Ну да, боль в пояснице. Как правило, это возникает из-за скрученного таза. То есть одна подвздошная кость уходит назад, сокращаются квадратные мышцы поясницы, перейдет перерастяжение опять-таки пояснично-подвздошной мышцы, отсюда возникает боль в пояснице. Опять-таки, как правило, но все строго индивидуально. Все надо смотреть. А что с этим делать? Можно как-то? До родоразрешения я бы не стал ничего с этим делать. А после только? После, как правило, да, потому что, ну, мне, по крайней мере, неизвестны техники самостоятельной коррекции тазовых костей.
И если у меня что-то происходит подобное, я обращаюсь к специалисту. То есть это только коррекция? Да, и путем мануально-мышечного тестирования мы выясняем, куда кость ушла, вперед, назад, задействован крестец, не задействован, включены ли связочный аппарат, потому что просто поставить кости на место и без отработки связочного аппарата, да, вам будет легче, но связки будут давать болевые ощущения. Можете дать какие-то рекомендации? Прикладывать ребенка к груди каждый раз, как он просит. И не ограничивать, пока сам не остановится. Единственная проблема – это когда по тем или иным причинам нету гормона, стимулирующего лактацию, ну, здесь только прикорм давать. Да. Но здесь нужна консультация уже педиатра, врача, который занимается, врача-неонатолога. В плане эмоционального состояния, как помочь? Эмоциональное состояние довольно часто летит, к сожалению. После родов в современном мире, после кесарево сечения еще чаще. Но здесь работа либо с психологом, либо корректировать также у прикладных кинезиологов. Потому что мы тоже работаем с психоэмоциональным состоянием. Так, вот вопрос очень понятен. Возможно, это после родов. Асимметрия лица. Что с этим делать? Что же могло произойти? Да. Вот здесь вот как-то... Либо мало информации, но причин асимметрии лица может быть множество. Роды с этим связать, но как-то на данный момент мне сложно. Мне кажется, тут скорее нарушение иннервации идет. Угу. Есть ли болевые ощущения, нет ли болевых ощущений. И... Тут... Поясните, пожалуйста, свой вопрос. Не очень. Не до конца понятен. Может быть, это как реакция психоэмоциональная. Угу. Отторжение. Вот здесь вот такое может быть. По системе Рой Мартина самостоятельно в плане психоэмоциональной коррекции? Конечно. Самостоятельно можно, но как вы самостоятельно без мануально-мышечного теста выйдете на первую причину? А так, да, конечно. Можете прям вот по пунктам каждую точку все вот отрабатывать так, как это прописано в его книге. Угу. Проговаривать аффирмации и просто вот без выделения чего-либо какой-то первопричины отработать все. А вы можете еще поподробнее остановиться на упражнениях, которые делать, рассказать как-то их подробнее? Соответственно, условно, да, никаких патологий человек уже может, да, заниматься. Швы сняты. Да, то есть вот, да, швы сняты, соответственно, прям подробнее. Включайте плавание. В первую очередь, очень хорошо. Плавание, да? Да. Если нигде ничего не болит, поясница не болит, в паховой области тоже без боли, начинайте с плавания и потихонечку обычную физическую зарядку, гимнастические упражнения. Наклоны вперед-назад, вправо-влево. Ну, вот как здесь представлено. Круговые движения тазом, движение ногой в бок. Наклоны, я уже говорил, приседания, сведение-разведение колен, сидя. Здесь лучше делать с сопротивлением. Угу. Ну, если видно. Нет, угу. Ну, ставим упоры и сводим.
так называемые изометрические упражнения, либо берете резинку, кольцо и делаете с ними. А сколько повторений? Здесь все строго индивидуально, зависит от вашего физического уровня. Ну, простите, если, допустим, вы инструктор по йоге и пришли рожать, родили без осложнений, у вас тело подготовлено совершенно вот к одним нагрузкам. Но если вы никогда спортом не занимались или даже физкультурой не занимались, и вся ваша нагрузка – это дойти до офиса, ну и от офиса до дома, ну, совершенно другие. Простите, но здесь я не готов давать какие-то четкие рекомендации, не видя вас. И тут... Нет, но мы берем условно здоровых людей. Да, условно здоровые, они тоже имеют разную физическую подготовку. Хорошо, вот как бы это ни было. Простой. Вот, если минимальная была физическая подготовка, то начать лучше с плавания, да? Да. Два раза в неделю, наверное, да? 2-3 раза в неделю. Собственно, как плавать? В удовольствие. Ну, то есть... Без перегрузок, естественно, в удовольствие. Если почувствуете в этом, в процессе плавания какие-то дискомфорт, болевые ощущения, прекращайте, идите к врачу, но не издевайтесь над собой. Нет, нет, это безусловно, да. Угу. Тут... И постепенно, наверное, можно вводить гимнастику, да, то есть начинать, может быть, там с одного-двух упражнений. Как-то так можно? Все строго индивидуально, вот еще раз говорю. Постепенно, да, опять-таки, если осложнений нет, роды прошли прекрасно, то со второго дня можно потихонечку вводить вот эти вот гимнастические упражнения. Начинать включать в работу мышцы. Но имейте в виду, я еще раз говорю, мышцы восстанавливаются к концу 6-й недели, 42-й день. Поэтому делать активные какие-то упражнения, тем более силовые упражнения, ну категорически нет. А сопротивление руками нужно делать? Вы могли бы еще раз нам как-то? Ну, давайте... Руками делаем упор, можем вот поставить их. И ногами сводим. 3-5 секунд. Также разводим. 3-5 секунд. И внутрь. 3-5 секунд. Для начала 2-3 подхода. Чрезмерно делать ничего не надо. Ну, в данном случае. Потому что, ну, если взять, допустим, прошлый век, ну, там люди в среднем проходили по 20 километров за день. Сейчас редкий человек 20 километров за день на метро проезжает. Нагрузка разная, восстановление разное. Соответственно, вот, ну, как-то так. А как восстанавливать прямые мышцы с живота и какое их расхождение считается нормой? Ну, это, мне кажется, там доктор вопрос задает. Может быть, и мамочка. Расхождение прямых мышц живота вообще в норме нету. Чтобы не... Если они разошлись, то это уже патология, и нужно смотреть причину. Угу. Либо это слабость передней брюшной стенки, либо это повышенное внутрибрюшное давление. Какое? То есть нужно выходить на причину. Либо это, опять-таки, расхождение ломного симфиза или смещение... друг относительно друга лонных костей. То есть тут нужно, опять-таки, все строго индивидуально. Вопрос задает мама 4 детей. Пояснила. Спасибо. Благодарю. Большое. Тут надо смотреть. То есть они не должны, в принципе, расходиться? Да, да, да. Один из методов коррекции, наиболее простых, которые, в принципе, вы можете изучить, ну, это тейпирование. А дальше уже, опять-таки, надо смотреть все строго индивидуально, какая причина у вас. Тем более, если было четверо родов, да, да еще самостоятельных. Ну, а самостоятельные роды были? Пожалуйста. То нужно смотреть действительно состояние тазового дна, состояние костей таза. А причина того, что разошлись, сильный и долгий кашель во время беременности. Перенапряжение мышц. То есть обратиться к кинезиологу для тейпирования, да? Ну, как минимум. Угу. Это как минимум. Это самая простая процедура, которую вы можете делать в дальнейшем самостоятельно, но опять-таки нужно выйти на причину, убрать причину.
Кашель это как, ну если добавлять, вот был вопрос по эмоциональной коррекции, если добавлять ко всем этим словам эмоциональную коррекцию, кашель это привлечение внимания. Возможно, вам просто не хватало внимания во время беременности, тем самым кашля, вы хотели привлечь к себе внимание, чтобы вам оказали больше любви, внимания, заботы, ну вот как самый простой вариант. И не получая этого, вы продолжали кашлять, отсюда слабость мышц передней брюшной стенки. Может быть, у вас была какая-то патология, может быть, заболевание легких, но тут я уже, к сожалению, не знаю. Роды самостоятельные, без осложнений, угу. Живот разрывало во время кашля. Ну, кашляем мы все время с напряжением мышц передней брюшной стенки и диафрагмы. И не только. Это многие мышцы вовлечены в этот процесс. Надо смотреть, надо смотреть. Здесь надо смотреть. Поперечные мышцы живота для стабилизации таза. Не очень понятен вопрос. В чем вопрос? Поясните, пожалуйста, нам. Упражнение, видимо. Наверное, да. Вы можете подсказать, пока поясняю. Для стабилизации таза нужно укреплять как минимум тазовое дно. Какие бы крепкие мышцы живота у вас не были, если тазовое дно у вас не держит, все потихонечку будет разваливаться. И каждый раз, каждый день вам нужно будет делать эти упражнения на стабилизацию, точнее, не на стабилизацию, ну, на эту поперечную мышцу живота. Упражнение на тазовое дно я давал, это сидеть на мячике в одной из прошлых лекций. Напомните, пожалуйста. Ну, мячика, к сожалению, нет. Берете литой резиновый мячик, кладете его на жесткую поверхность и садитесь сами. Садитесь между седалищными буграми, то есть между вот этими седалищными буграми. Здесь мячик. Так вот, садитесь сверху. На вдохе расслабляетесь, на выдохе сжимаете мышцы промежности, то есть мышцы ануса и половых органов. Выдох, расслабились, вдох, сжали, напрягли. Поначалу это очень больно, поэтому поддерживаем себя плечевым поясом, руками. Ну, по мере того, как мышцы будут укрепляться, растягиваться, можно будет сидеть уже спокойно. В Ютубе это упражнение есть, я показывал. Но опять-таки, это упражнение сразу после родов делать не надо. Дайте мышцам восстановиться, опять-таки, минимум 6 недель. Минимум. Если роды прошли без осложнений. Если были осложнения, разрывы, травмы, присоединение других заболеваний, то есть обострение других заболеваний. Ну не надо самостоятельно пытаться, я не знаю, себя починить там, где сначала нужна работа специалиста. Сначала восстановление организма самостоятельное, потом посещение специалиста. Вот это вот я бы рекомендовал хотя бы один раз по месту жительства к кому-нибудь прийти, чтобы вас посмотрели, проверили. И потом уже все эти упражнения. Ну, как пример, если у меня прокололо колесо, я поставил запаску. Потом я все равно еду в этот техцентр, делаю колесо и прохожу... Как это там называется? Когда его центрируют, чтобы оно ровно ехало по дороге. Ну вот пройдите центрацию таза. Это недолгая процедура, и там не надо 10 сеансов. А по питанию какие-нибудь можете дать рекомендации для быстрого восстановления и для хорошего качества лактации? Разнообразное. Только вот одна рекомендация. Тут нужно опять-таки смотреть, какой тип вашего организма, щелочной, кислотный, и уже отсюда подбирать. А так, просто разнообразное питание. Может быть, есть что-то, что нужно исключить? Может быть, не только мама, а пожалуйста. Гамбургеры, чизбургеры, фастфуд, кока-колу, другие газированные напитки. Ну, то есть все, что содержит большое количество консервантов, либо пищевых ядов, либо пищевых красителей. Натуральное сбалансированное питание. Прогулки на свежем воздухе. Опять-таки с ребенком в коляске. То есть максимально посвятить время себе и ребенку, да? Да. В наше время, да. Угу. В
прошлом веке было по-другому, в позапрошлом еще иначе. Поэтому в наше время, да, будем исходить, исходя из времени, в котором живем. Ну, как совет еще могу дать только... Почему-то мамочки молодые, они носят ребенка на одной руке. Вот привыкли, допустим, на одной, на левой или на одной, на правой. Меняйте руки. Вот меняйте. Угу. Допустим, сегодня на одной, завтра на другой. И вот день на одной, день на другой. Потому что, ну, держа на одной руке, были обращения неоднократные. После родов уже через полгода боли в плече. Выходим на причину, выясняется, что постоянное ношение ребенка на руке, вот на одной руке поднимается плечо, ну и со всеми другими проблемами, уже не буду все это подробно озвучивать. А вот что касается платков вот этих, когда ребенка завязывают? Если через плечо, то пожалуйста. Через плечо, не бреть, ну, то есть да? Вот так вот, да. И тоже, наверное, нужно менять. Ну, посмотрите, как пример, может быть, это не совсем качественный пример, но в качестве сохраны собственного здоровья... Вполне хорошие цыгане. Они в платок завязали и сзади, или спереди. И все. И вдоль за кибиткой. Пешим шагом. То есть вы даже рекомендуете лучше с платком, нежели... Ну, платок, либо есть специальные, я не знаю, как это устройство называется, куда сажают ребенка. Как? Слинг. Вот, слинг. И... Пожалуйста. Нагрузка идет равномерно на оба плеча. Угу. Я такие вещи на папах замечал, на мамах никогда. Ну вот, на улице иногда. По парку идешь, гуляешь, там вот папа с ребенком в слинге. Нормально, оба довольны. А вам тоже подсказывает слинг. Спасибо. Так, может быть, есть еще какие-нибудь вопросы? Вопросов пока нет, вам есть что-нибудь еще добавить? Ну, я как-то больше практик, теоретиком я еще не стал. Угу. То есть, давайте так, тогда подведем итог, идем на перерыв 15 минут. Ну, давайте. В чем итог заключается, подведение итогов? Ну, как-то соберем все, что сегодня такие. Угу. Ваше внимание себе и ребенку, да? Для мамы. Так это в первую очередь. Я думал, это даже не надо говорить. Ну, после родов, естественно, внимание себе и ребенку. Угу. Папа, он, конечно, тоже хорош, но он чуть-чуть подождать может, а ребенок нет. Угу. И, естественно, самостоятельно восстанавливаться, потому что, ну, чем в лучшем состоянии физическом и эмоциональном вы, тем лучше вашему ребенку. Про ментальную взаимосвязь мама-ребенок можно говорить, в общем, часами. Потому что если связь прервана, ну, это одна ситуация с ребенком. Но когда связь есть, мама, да, не знаю, из другого дома почувствует, что ребенок проснулся, проголодался и плачет. Поэтому ребенок очень чутко и хорошо считывает ваше эмоциональное, ментальное состояние, психическое. Так что любите себя. Ну и есть еще такая, не знаю, поговорка, не поговорка, ведическая мудрость. Только тот, кто научился любить себя, может научиться любить других. Но здесь я не имею в виду там раздутое эго. Это... Мне кажется, замечательный совет для мам. Тогда мы сделаем 15-минутный перерыв и вернемся для практической части. Ну, уже там будет, я так понимаю, Виталий Юрьевич Мажаров. А, ну вот, сейчас давайте еще ответим. Угу. Как включить мышцу брюшного пресса, чтобы не выключалась? Помилуйте, это невозможно. Объясняю. Мышцы брюшного пресса очень
зависимы от психоэмоционального состояния. Если мы получаем стресс, они в первую очередь расслабляются. Первый момент. Второе. Кишечник. Если вы съели чуть-чуть подпорченный продукт, получили диарею, расслабление мышц брюшной стенки передней. Ну, в общем, мышц пресса. Но если вы, я не знаю, живете на острове, в молельном доме, где вас кормят, за вами стирают, за вами ходят, вы живете без стресса, вас кормят экологически чистыми продуктами, ну тогда да, тогда это возможно. Чтобы она не отключалась. Да, да. Ну, она может отключаться вообще и питание, и эмоциональное. И питание, и эмоциональное состояние. Ну, конечно, это жестокий пример. Вы в хорошем состоянии, только что прошли тренировку, включили мышцы там, ну, не только брюшного пресса, ну вот, все. Все, что вам нужно на тот момент. И вам говорят, что у вас умерла любимая собака. Что будет с вашими мышцами? Ну, если вы, вам все равно, то вы так и пойдете, в принципе, включенными. Но если вы включитесь в этот эмоциональный процесс переживания, плечи опустятся, голова опустится, мышцы брюшного пресса расслабятся. Потому что, ну, они выключились. Все, смысл их держаться-то. И вы пойдете в уныние переживать эту проблему. Переработаете эту эмоциональную ситуацию, похороните собаку. Через некоторое время восстановитесь. Плечи раскроются, живот напряжется, голова станет ровно. Все, проблемы ушли. И если живот заболит, естественно, мы автоматически как-то пытаемся скомпенсировать, наклониться. Что мы делаем? Расслабляем мышцы брюшной полости, мышцы живота. Потому что вот так вот ровно, с напряженными мышцами, животу больно. Это рефлекторная защитная реакция. Здесь, ну никак иначе. Рефлексы сильнее наших... нашего ума, нашего, как это называется, ну, в принципе, программы ходить ровно. Если вам станет страшно, даже вот эта вот программа ходить ровно, все равно она пересилит. Ну, в смысле, страх пересилит программу. Рефлекторная защита, спрятаться и бежать, либо напасть. В зависимости от того, какой примитивный рефлекс у вас преобладает. На страх. Замереть. Да, замереть. А это все еще, видимо, по поводу пресса. Может из-за перегрузки разгибателей позвоночника? Угу. Что может? Ну вот, собственно, я так понимаю, пресс, расхождение. Вот, мышцы брюшного пресса отключается из-за перегрузки разгибателей позвоночника, я понимаю. Это, видимо, мама с четырьмя детьми. Мне кажется, нет. Нет? Ну, у нас тут сегодня много мам. Тема, соответственно. Смотрите положение таза. Я так понимаю, возможно, вы ходите на каблуках. Это отдельная тема. К сожалению, большая тема, больная тема для многих женщин, да, в принципе, и для мужчин. В норме таз, ну, где-то примерно вот так. Как только вы встаете на каблуки, таз идет во флексию, то есть наклоняется вперед. В таком положении идет напряжение, то есть поясничный лордоз, грудной кифоз, ну и так далее. И, естественно, растягиваются мышцы живота. Да, ягодицы вздернуты, округлые, смотрятся, наверное. Но, опять-таки, вы рушите свой организм вот этим. Уж простите, но вот это вот хорошо для секса сзади, стоя где-то. Но никак не для собственного здоровья и рождения ребенка. Матка загибается назад, внутренние органы опускаются, тазовое дно расслабляется. То есть, если вам нужно куда-то сходить на каблуках, пожалуйста, ходите, но не носите их постоянно. Вы травмируете себя. Да, посмотрите, у нас даже есть эфир по поводу
Каблуков? Каблуков, да. А, поднятые плечи. Ну, вам говорят большое спасибо за ответ. Вот, поднятые плечи. Оттуда же, в скобочках, стресс. А, трапеция в напряжении постоянно. Может стресс, может быть опущение внутренних органов. Здесь нужно смотреть. Если от того, что вы поете, вам становится легче, значит это стресс. Ну, как вариант. Потому что с поднятыми плечами, вставай, страна огромная, либо мы раскрываемся, вставай, страна огромная. Ну, как вариант, да. Можете любую другую песню. Мне вот почему-то первая это пришла. Ну и, соответственно, если в плане песни, может, да. Не очень до конца понятно. Если во время песни плечи опускаются, грудь раскрывается, значит, первопричина в данном случае это стресс, это страх. Скорее всего, страх, чего-то боитесь. Отсюда зажатость. Может быть, начальник, может, муж-тиран. Я не знаю. Если во время песни все остается так же, раскрывается, раскрытие грудной клетки нет, плечи остались так же, значит, нужно смотреть другую причину. Скорее всего, это висцеральные проблемы. Но в любом случае... Ну, один из вариантов висцеральные. Может быть, у вас проблемы со стопами. Такое тоже может быть, давать вот это вот. Поэтому нужно смотреть, проходит сидя, не проходит сидя, или вы вот постоянно в таком положении. Приветствую всех на школе кинезиологии медицинского центра профессора Васильевой. Я Мажаров Виталий Игоревич, один из ведущих специалистов этого центра. И сегодня меня пригласили для того, чтобы разобрать пациента, точнее пациентку, в аспектах послеродового восстановления. Ну, у меня сразу такой вопрос, кто знает, как лучше всего восстановиться после родов. Есть у нас там народ? Сейчас подождем ответы. Звук нормальный, кстати. Скажите, пожалуйста, как слышно Виталия Игоревича? Как меня слышно? Поставьте плюсики. А то я что-то подустал, голос подсел уже. Ну и трошечки волнуюсь. Чтобы наравне быть. Просто погромче. Хорошо, погромче. Кто знает, как лучше восстановиться после родов? Есть там знающие специалисты? Ну, вообще мысли свои кто-нибудь может высказать? Так, ставят плюсики, слышно хорошо. Ну, отлично. Отлично. Так, ну кому-то тихо, мы уже попросили погромче, да? Ну, уже тут и микрофон, и все дела. Что, может, получше? Да? К нам не очень микрофон. Так, Ну, короче, я не буду тут... Ну, пока никто не знает. Никто не знает. Ну, самый простой способ быстро восстановиться эффективно после родов, это к ним хорошо подготовиться. А по опыту скажу, что в основном приходят, обращаются и беременные, и после родов, ну, как правило, входят в беременность неподготовленными. Мало кто этим заморачивается, беременность у нас дело такое спонтанное зачастую. Вот. Ну и, соответственно, потом имеем то, что имеем. То есть люди входят в беременность с дисфункциями и выходят из них с этими же дисфункциями, либо с каким-то ухудшением, которое проявляется определенными симптомами. Ну, например, болью в пояснице. Или болью в спине, или в плече, или в ноге, или еще где-то там. Вот. Сегодня у нас очаровательная пациентка Елена. Вот. И она к нам пришла именно с такой жалобой, что у нее появились на поздних сроках беременности, то есть уже практически на дохаживании, боли в поясничном отделе позвоночника с радиацией. Даже, наверное, нет, в поясничной области с иррадиацией в левую ногу. Что интересно, что обращает на себя внимание, это то, что боли эти беспокоят и уже после родов.
То есть они были до и после. У Лены был крупный плод. Ну, родоразрешение произошло как бы естественным путем, без каких-либо осложнений. Вот. Но впоследствии сформировался болевой синдром. То есть боль в поясничном отделе сохраняется. И боль в поясничном отделе у нее появляется при ходьбе. При ходьбе на расстояние в среднем, ну такое среднее расстояние, 5-6 тысяч шагов. Вынуждающее человека остановиться. И после кратковременного отдыха эта боль проходит. Вот. Ну, собственно, такая не часто встречающаяся, но встречающаяся ситуация и вполне себе предсказуемая. Вот ее сегодня мы и разберем. Такая боль, появление такой боли, оно характерно именно, скажем так, при синдроме, при укорочении квадратной мышцы поясницы. То есть нарушается физиологическая экстензия бедра, выключается ягодичная мышца, и человек начинает компенсировать подъем ноги назад, то есть когда он ходит, мы же идем, получается, шагаем, и бедро совершает как флексию, значит, противоположное бедро совершает экстензию. Агонистом в данном случае является большая ягодичная мышца. Нарушение работы большой ягодичной мышцы приводит к перегрузке. Иногда это могут быть экстензоры бедра, иногда может быть квадратная мышца поясницы. И в таких случаях, то есть человеку приходится, он проходит определенное расстояние, кто-то больше, кто-то меньше, и у него появляется вот такая характерная боль. Ну, собственно, чем отличается она от какой-то другой поясничной боли, допустим, дискогенной, связанной с позвоночником, это тем, что здесь боль будет проходить именно в покое, именно сидя, этой боли не будет. Для дискогенной боли, наоборот, боль будет в положении сидя, вот, и в положении стоя либо лежа она будет уменьшаться. Ну, у всех как бы по-разному. А здесь вот такая прям характерная клиническая симптоматика, связанная с нарушением синхронной работы мышц, назовем это так, и паттерна шага. И вот мы сейчас Лену посмотрим, протестируем и сразу на коленочки подкорректируем, особо не заморачиваясь. Я думаю, все будет хорошо и эффективно. И дополнительно я ей дам одно, может быть, два таких несложных упражнения, без фанатизма. А эти упражнения подойдут всем? Нет, это подойдет только тем, кто уже прошел определенную коррекцию. Угу. И а вы сможете сказать какие-то упражнения, которые подойдут всем? Нет, даже говорить не буду. Лен, давайте сюда. Поворачиваемся спинкой. Угу. Ножки ставим вместе. И первое, что мы делаем, у нас вообще всегда на приемах, кто у нас не был, кто не в курсе этой темы, мы оцениваем статику, то есть положение человека статическое. То есть положение стоя. Ставим его в максимально неустойчивое положение, ножки вместе, носочки вместе. И проводим, скажем так, прямую линию. Обычно рекомендуют проводить от затылка, но мы сделаем чуть проще, от пяточек проводим. И видно, что центр тяжести у Лены смещается в левую сторону. Обращаем внимание на высоту, разницу стояния, высоты границ регионов. Грудной отдел, голова, таз. То есть здесь что мы имеем? Плечо выше, а здесь крыло вот этого таза выше. То есть имеет место быть скошенный таз. Ищем патологически значимый регион. Обращаем внимание на животик. Прям такая характерная штучка. Смотрим. И здесь имеется у нас патологически значимый регион на уровне таза. Чуть-чуть ко мне, Лен, подойдите, пожалуйста, еще чуть-чуть. Ножки чуть-чуть пошире на ширину мою. Вот так вот. Руки. Чуть-чуть я подкручу.
Я девушку специально не раздеваю, незачем. Смотрим. Брючки расстегните, пожалуйста. Смотрим. Крестец. Задняя и верхняя подошвенные ости. И делаем флексионный тест. Скругляя голову, скругляя спинку, наклоняемся вперед, начиная с головы. Поехали. Делаем, 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 делаем. И у нас убегает пальчик вверх. Опустились. Выпрямляемся. Спускаемся чуть-чуть ниже. Опять скругляемся, наклоняемся вперед. И выпрямляемся. Делается это для того, чтобы определить, какая дисфункция имеется. Нисходящая или восходящая. У нее это имеется больше похоже на нисходящую дисфункцию. То есть проблема идет сверху вниз. Кроме всего прочего, то есть обращает на себя внимание передняя брюшная стенка, перерастянутые мышцы живота. Ну, ягодички, в принципе, на разном уровне, но здесь гипотония, ягодичная мышца небольшая. То есть у Елены имеется так называемый нестабильный таз. Ну, теперь смотрим человека лежа. Ложитесь. Там провода хватит. Сравниваем длину нижних конечностей, чтобы подтвердить, имеется здесь скошенный таз или нет. Смотрим высоту стояния передних верхних подвздошных остей. У нее очень интересно, у нее вот эта ножка длиннее, вот эта ножка короче, но высота стояния передней верхней ости левой подвздошной кости выше. Проверяем болезненность здесь. Нет. Ну, как правило, такая ситуация характерна для функционального блока на уровне симфиза. Замечательно. Смотрим дыхательные движения. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Здесь имеется асимметрия движения нижней апертуры грудной клетки, что говорит о нарушении функции грудобрюшной диафрагмы. Еще немного возвращаясь назад, из анамнеза известно, что у Елены была проблема с так называемой молочницей, да, то есть кандидоз, и он очень хорошо скорректировался на фоне питания. То есть здесь, скорее всего, имеются какие-то нарушения микрофлоры и метаболический синдром, который мы сегодня трогать не будем никоим образом. Ручка прямая, начинаем тестировать. Прямой ручкой даем в ту сторону. Сильнее ли? Ножкой вверх. Здесь имеется так называемая тотальная гипотония, то есть нарушение мышечного тонуса, который отражает глобальное нарушение, скажем так, нервной системы. То есть нервная система просто не видит мышцы, как положено, не видит организм, не видит его проблемы. Поэтому скорректироваться самостоятельно она не может. Погромче? Ну ладно, потом не говорите, что я орал. Вот. И получается вот такая вот у нас ситуация. Кроме прочего, опять-таки, я не сказал, но мы с Еленой переговорили до начала, собственно, нашей телепередачи о том, что у нее имеется утомляемость и усталость. Ну, все, конечно, зависит от того, насколько она хорошо поспит, потому что ребенок маленький и ну, спать проблематично. Вот. Но в целом вот такая ситуация, она присутствует. Это опять-таки может говорить о том, что имеются какие-то нарушения со стороны нервной системы, функциональные, и синдрома хронической усталости. Все, собственно, нам теперь нужно посмотреть, что является причиной данной ситуации. Вот эти два пальчика сюда поставьте. Давайте, вот так. Все. Да. И у нас появляется мышечный тонус.
данная ситуация говорит о том, дайте ручкой, дайте, о каких-то эмоциональных нарушениях. Прекрасно. Как говорится, хорошо, что у меня этого нету. Так, ну давайте посмотрим, почему у нее вся эта ситуация случается. Давайте опять пальчики сюда ставьте. Да-да, Елена Юрьевна, я все слышу. Дай им рукой. Дай им рукой. И у нее тонус нарушается при локализации на сигнальную точку мочевого пузыря. Даем. ВЦ2. Проверяем. Даем. И даем. Опять же на точку, вторую точку канала мочевого пузыря, находящуюся на уровне бровей. И прежде чем нам, скажем, все это дело сделать, протестировать ее полноценно мышцы, необходимо восстановить тонус мышечный. Вот. Ну, вариантов может быть много, варианты могут быть разные. Кто как может, тот так восстанавливает. Я делаю такую примитивную технику, раздражая одновременно две точечки, вернее, три точечки, и фиксируя это через коленный рефлекс, да, как бы обнуляю Елену. Сейчас легче ручку держать. Угу. Все, ручка заработала. Вверх ножкой даете? Ножка заработала. Смотрим длину нижних конечностей. Но длина нижних конечностей не заработала. То есть мы фоновую какую-то ситуацию убрали, но локальная проблема у нас сохраняется. Теперь разбираемся с локальной проблемой. Нам нужно выйти. Можно буквально минутку? Елена, вы почувствовали, как изменился тонус? Да, сразу же. Угу. Ну, короче, ловкость рук и никакого мошенства. Сгибаем ножку. Даем рукой. Даем рукой. Проверяем паттерн шага. Паттерн шага у нас отражает функцию, скажем так, интегративную функцию нервной системы. Да? И при нарушении этой функции мы через вот этот паттерн шага можем выйти на, скажем так, приоритетное нарушение, которое влияет на так называемую фасциальную торсию или скручивание. Скручивание фасций, скручивание мышц, изменение их тонуса и, ну, изменение, соответственно, границ регионов. Маленькая ремарка, паттерн шага – это процесс движения, если просто, ну, то есть, допустим, ходьбы. Да. К слову сказать, это вписывается в то, что я говорил ранее, паттерн шага у Елены нарушен. То есть у нее нарушение в процессе ходьбы, она получает постоянные… Постоянный стресс, постоянное повреждение. Зная, что у нее патологически значимый регион где-то на уровне таза, ну, мы отсюда и начинаем, даем ручкой. Нет, не оно. И пошли по сигнальным точечкам, проверяем. То есть по локализациям органов. Да. Магниты, рабочий да. инструмент кинезиолога. Да. Он часто работает с помощью магнита. Да. Ну, это самый простой способ это сделать. Угу. Магнит работает таким образом, что он меняет полярность клеток. И в патологическое. В патологическом очаге, который, скажем, дает импульсацию неправильную, нарушающую, скажем так, работу нервной системы и изменяющую работу мышц, изначально поляризация, скажем так, мембран, заряд мембран несколько разный. Локализуя магнит на эту область, мы как бы не дифференцированно ее ограничиваем, мы меняем эту полярность, что позволяет временно восстановить функцию нервной системы. Ну, надеюсь, я понятно сказал там. Кому да. понятно, плюсики ставим. И об этом еще можно почитать в одном из наших предыдущих постов. Мы рассказываем, для чего кинезиолог умолкает. А вот теперь длина ножек восстановилась. То есть локализация на область 5-6 межреберия с правой стороны, то есть там, где находится сигнальная точка канала печени, нам устраняет фасциальную торсию, выравнивая таз
и выравнивая длину нижних конечностей. Это первое. Вот, что, собственно, нам подтверждает, когда я изначально смотрел флексионный тест с двух сторон, я вам сразу сказал, что у нас идет дисфункция нисходящая. Ну, вот это мою теорию подтверждает. Первый очаг у нас находится здесь. Делаем следующий момент. Нам нужно теперь найти еще один очажок. Потому что проблема одна не ходит. Проблема имеет несколько уровней, она достаточно многослойная. Вот. И мы углубимся на один шаг ниже. Даем ножкой вверх. Чувствуете, что тонус меняется? Угу. Убираем ручки, проверяем ее, просим еще раз. Вверх. Кладем. Вверх. Ну, это не фокусы, как бы мне сложно вам это передать там по телевизору, через камеру, через телефон, через Инстаграм, да, но в принципе вот на субъективных ощущениях человека давайте вот как бы сосредоточимся. Ну и теперь, собственно, мы ищем опять-таки тем же самым магнитом место, которое нам восстановит. Нет. Да. Вверх. Вверх. Угу. И здесь еще посмотрим. Вверх. Вот. Здесь посмотрим. Вверх. Давайте. Все, отличненько. И мы получаем, получается, восстановление тонуса при локализации на сигнальную точку тонкого кишечника. И непосредственно терапевтическая локализация на уровне где-то брыжейки тонкого кишечника, которая находится как раз вот здесь в области пупка и чуть выше. Вот такую форму имеет, как бы изогнутую немного, идет крепление. Вот, значит, теперь у нас есть два уровня поражения, при помощи которых мы будем, собственно, проводить коррекцию. Коррекция несложная. Я вам покажу это методом примитивной биометрической стабилизации или склеротомной, которую предложил Молотков Сергей Викторович. Вот. Ну, я ее несколько упростил до безобразия, чтобы автор на меня пусть не обижается. Вверх. Вверх. Все. И теперь, раздражая одновременно эти точечки, сигнальные точки меридианов тут переднего срединного и печени. Вверх. Ручку сюда, вторую сверху. Вверх. Дайте ли, сильнее. Умничка. Вверх дайте. Давайте. Отлично. Ножки почти ровненькие. Далее у нас на этапе пойдет, ну, скажем так, висцеральная терапия. Ножки сгибаем. Сжимаем ножки вместе. Разводим их. Сжимаем. Тазик чуть-чуть приподнимаем. Разводим. И еще раз. Отличненько. И делаем следующим образом. Относительно общими техниками немного поработаем с животом. Это методом терапии? Да, это так называемая висцеральная терапия. Ну, это примитивненько, я тут не по классике показываю. Ну, просто чтобы люди понимали, что происходит. Я что-то не по-русски там говорю. Люди, кто там понимает, что происходит, нет? Mm-hmm. Спрашиваем, задаем вопрос, пока я добрый сегодня. В общем-то, здесь задача такая, что немного постимулировать органы брюшной полости таким образом, чтобы восстановить, улучшить висцеромоторные рефлексы.
По логике вещей, вот эта вся, все вот эти манипуляции, они проводятся только после подбора медикаментозных препаратов и непосредственно метаболической коррекции. Подбираем препараты, гомеопатию, если необходимо, проводим какую-то детоксикацию, то есть чтобы разгрузить организм максимально и дать возможность ему восстановиться. Вот, но здесь как бы этого делать не стоит, потому что девушка кормит грудью. Я как бы не сторонник назначения препаратов при таких ситуациях. Поэтому будем обходиться самым минимумом. И поэтому я поработаю с ней вот сегодня минимально руками и дам для закрепления, скажем так, какие-то упражнения. Впоследствии все это дело мы проконтролируем, поскольку будем на связи. И будет, если необходимость, я ее потом еще раз подкорректирую. Договорились? Ножкой вверх даете? Ножкой вверх даете? Сильнее? Здесь тонус ножки меняется чуть-чуть. Посмотрим, да? Да? Еще. Хорошо. Ножечку сгибаем. Чуть-чуть приподнимаемся. Ложимся. Сейчас немного скорректируем связки малого таза, органов малого таза. Поскольку они оказывают достаточно большое влияние на тазовые кости, на непосредственно крестец, копчик и все, что с этим связано. Мышцы передней брюшной стенки. Оптимальное восстановление мышц именно через этими техниками. Это такие общие, недифференцированные техники, которые я использую в работе. В принципе, дают хороший результат. А если еще с подбором препаратов, то это просто результат не просто хороший, а результат еще и длительный. Идеальная рекомендация, это первое, что маме сделать после родов, это обратиться к кинезиологу. Ну, вообще, идеальная рекомендация, это прежде чем забеременеть и вообще решиться на это, обратиться к кинезиологу. И войти, соответственно, ответственно подготовиться к беременности. И войти и пройти всю эту беременность уже с чистой совестью. Вот. Ну а в послеродовом периоде, да, конечно, можно обратиться к нам. И всегда проверяемся по длине ножек. Это вот самый такой объективный способ, потому что опираться только на тест смысла никакого нет. Вверх. Он сейчас ножку держит хорошо. Замечательно. Теперь посмотрим, пройдемся по всем мышцам, которые стабилизируют так или иначе таз. Ножкой вверх и чуть-чуть в сторону. Или больше в сторону. Отличненько. Больше в сторону. Отличненько. Сразу же провоцируем миофасциальные цепи. Голову поднимаем. Да, вот так вот. Да, немножко в сторону. Да. Кладем. То есть мы как бы испытываем мышцы, все мышцы тела, стабилизирующие тело в пространстве под нагрузкой, провоцируя ее какой-то удаленный конец. Ножкой вверх дайте. Сильнее, Лен? Все прекрасно. Да. Еще раз. На животик перевернитесь, пожалуйста. Тю-тю-тю, посмотрим разницу стояния. То есть положение крестца смотрим. Опять же, у нас слабая была ягодичная мышца. Возможно, она с этой стороны. Кстати, можно проверить по болезненности. Болезненность ли? Здесь? Вот здесь. Вот здесь, да? Да, ой. Вот. Ну, я как раз пальпирую область прикрепления левой квадратной мышцы к реберно-позвоночному углу. Ножкой, не разгибая ножку в коленке, ножкой вертикально вверх.
А еще раз, Лен. Отличненько. Ножкой вертикально вверх. Отличненько. Ножкой вверх. Не-не-не-не-не-не-не. Хитрая. Вверх. Видите, она сразу ногу прижимает. Попробую в другую сторону. Вверх. А вот здесь у нее как бы получше становится. Прошу ее приподняться. Ложимся. И здесь опять-таки будет работа на связках органов малого таза, но уже немного с другой стороны. Буду непосредственно работать, если первоначально я работал через переднюю брюшную стенку, то здесь я буду работать через крестец. Собственно, цель какая? Выводя крестец в адекватное положение, нормализуя тонус связочного аппарата органов малого таза, тем самым улучшаем рефлекторную активность ягодичных мышц, которые являются непосредственными стабилизаторами крестцово-подвздошного сочленения. Вот, автоматически сразу улучшается тонус грушевидных мышц, которые являются одними из стабилизаторов крестца. Таким образом, мы стабилизируем таз. То есть убиваем сразу двух зайцев. Ну, я бы сказал, даже трех. Поскольку тут восстановится еще и тонус подвздошно-поясничной мышцы, которая стабилизирует поясничный отдел позвоночника. Вверх ножка. Сейчас легче ли ножку держать? Да. Вверх. Теперь прошу ее перевернуться в обратную. Так, секундочку. Болезненность? Да. Сохраняется. Переворачиваемся. Вот, собственно, таким образом как бы проводится контроль всей терапии. То есть поиск и контроль терапии по ходу дела. В чем большой плюс мануального мышечного тестирования? Это не панацея, но позволяет эффективно, точно выходить на приоритетное нарушение и его корректировать. Можно при помощи рук, иголок, эмоциональной коррекции, кто во что горазд. Ну, а лучше всего, когда это сочетается. Поскольку здесь вот нам уже по ходу дела пришлось сделать эмоциональную коррекцию, примитивненько стряхнуть, скажем, какие-то эмоции. В идеале здесь было бы провести какую-то метаболическую коррекцию, ну и непосредственно уже руками провести непосредственно структурную работу. Вверх. Дай им ручку. Дай им ручку. Дай им ручку. Угу. Дай им. Хорошо. Ножки сгибаем. Вторую сгибаем. И ножки как бы наклоняем на меня. На меня наклоняйте. Лен, смотрите. Расслабьтесь ноги. Угу. Вот так вот. Угу. А потом поставим. Угу. Ваша сейчас задача просто их наклонить и расслабиться. Все, наклоняем. Сейчас я попробую мобилизовать купол слепой кишки таким образом. Ну, я обычно так не делаю, но здесь просто, чтобы показать на камеру, чтобы мне не поворачиваться к вам спиной. К слову сказать, эмоциональная, психоэмоциональная коррекция, метаболическая коррекция. Они существенно облегчают структурную работу и, скажем так, продлевают эффект. Потому что при ручной работе человека необходимо смотреть раз в 2-3 дня. А при сочетании, скажем так, методов коррекции достаточно смотреть раз в 2-3 дня. Иногда в 4 недели, в зависимости от выраженности симптоматики. Ножки ровненько ставим. Вверх ножка. Сейчас легче держать? Да.
Это конкретно я проверял подвздошно-поясничную мышцу. Почему? Потому что это одна из мышц, которая стабилизирует поясничный отдел позвоночника и которая является синергистами флексии тела вперед. Флексия тела вперед осуществляется за счет прямых мышц живота, и поскольку они у нее перерастянуты и тонус их изменен и нарушен, то вероятнее всего подвздошно-поясничные мышцы будут работать в более активном режиме, тем самым нарушая, скажем так, стабильность именно поясничного отдела позвоночника. Так, посмотрим здесь. Вверх. Здесь хорошо. Голову поднимаем. Ножкой вверх. Прекрасно. Голову поднимаем. Вверх. Замечательно. Не совсем правильный тест, но мне, в принципе, хватает. Сейчас ручкой туда даем. Хорошо. Ручкой даем. Смотрите, вот такое движение. Да, тестируем подлопаточную мышцу, то есть смотрим верхние уровни. Даем, даем. Ну, здесь подлопаточная не очень работает. Ну, сейчас посмотрим, где нам что подкорректировать. Здесь. И, скорее всего, перикардиально-диафрагмальная связочка. Мы вот таким образом чуть-чуть с ней поработаем. Опять же, повторюсь, то, что я делаю, как бы делать не обязательно. Можете делать любыми своими методиками, которыми вы владеете, и которые вам дают хороший результат. Даем ручкой. Ножки вместе. Умничка. Вниз. Тонус восстановился. Лен, ручку вот эту вот так за шею. Вот эту. Локоточком вверх. Опускаю. Ручку за шею. Вверх. Опускаю. Замечательно. Замечательно. А теперь посмотрим непосредственные виновницы. Это квадратная мышца поясницы. Ручками держимся здесь. Вы как-нибудь так чуть-чуть прокомментируете? Чего? Ну, что делаете, а то люди уже потерялись. Потерялись? Да. Ну, значит, мне интересно. Ножками даем в левую сторону, не отрывая от кушетки. Умница. Растягиваем эту мышцу, поскольку она у нас нарушала. И она у нас получается укороченная. Вот как раз укороченная или гиперреактивная квадратная мышца поясницы, она и нарушает работу ягодичной мышцы. Поэтому при ходьбе у Елены появляется боль. Наша задача нормализовать ее тонус. Сейчас еще раз дополнительно найти какие-то нарушения, которые это все поддерживают. После чего дать ей упражнение на переобучение именно вот этой мышцы. И, по сути дела, как бы все будет закончено. Так, посмотрим, что у нас здесь. Здесь. А еще раз. Умница. Ножички сгибаем. Сейчас то же самое движение. Наклоняем ножки на меня. Все. И сейчас опять мобилизуем толстый кишечник. Почему именно так я это делаю? Скажем так, а не расслабляю мышцы. Расслаблять мышцы смысла никакого не имеет. Укороченная либо сокращенная мышца, она является всего лишь защитной или компенсаторной реакцией для организма. Как правило, закрывая внутренние органы от внешних воздействий. И, соответственно, расслаблять эту мышцу неэффективно и, как правило, приводит к появлению либо усугублению болевых синдромов. Поэтому находим то, что делает ее реактивной, либо укороченной. Чаще всего это внутренние органы, а квадратная мышца поясницы, согласно кинезиологической концепции, ассоциирована с толстым кишечником. Ножки делаем ровненько.
держимся ручками, ножками давим в левую сторону. Еще раз ее растягиваем в левую сторону. Тонус еще не восстановился окончательно. Даем ручки. Сгибаем ножки. И теперь то же самое делаем с противоположной стороны. Наклоняем ножки в ту сторону. В общем, как видите, вся работа такая простая. Ничего сложного. Все в рамках физиологии, анатомии. Никакого волшебства. Просто умение думать и делать. Ножки ровненько. Держимся, ножками давим в левую сторону. Снова тестируем эту мышцу. Опять ее растягиваем. Снова тестируем. И вот теперь тонус стал получше. В левую. В левую давить на меня. Ой, вправо, вправо на меня. Растягиваем на всякий случай с правой стороны. Да. Все. Тонус мышцы восстановлен. И вот уже вот на этой ситуации можно давать человеку какие-либо упражнения. В данном случае у нас имеется нарушение двух мышц. Квадратной мышцы поясницы и большой ягодичной мышцы. Самое простое, что мы можем дать в данном случае, это рекомендуем человеку лечь на пол. Допустим, вы ложитесь, ну, либо на диван, к стенке поближе. Ножками упираемся в опору, ну, в стенку, грубо говоря. Делаем вдох, дыхание задерживаем и, не отрывая ног от кушеточки, давим в левую сторону через сопротивление. Давим, 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 давим. Выдох, расслабилось. Делаем то же самое в другую сторону. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. И вот таким образом делаем сейчас несколько раз просто в одну сторону. Надавило, расслабилось. Не торопимся. Расслабилось, спокойненько. Еще раз. Расслабилось. Еще раз. Расслабилось. Еще раз. Стараемся ножки не отрывать. Расслабилось. 5-10 повторений. 1-2 раза в день. В обе стороны. И следующее такое упражнение. Простое, примитивное. Нам нужно включить ягодичную мышцу. Да, то есть, которая совершает у нас отведение ноги назад или экстензию, да, бедра. Делаем вдох. И на вдохе прямой ногой, прям пяточкой, давим в кушетку. Выдох. То же самое. Выдох. И делаем вот таким образом 5-10 повторений. Можно до 21 доводить, но это делать не менее 21 дня. 1-2 раза в день. Ну, где-то по 10 повторений. В идеале это делается около месяца. Сочетание вот таких манипуляций с упражнениями дает эффективный результат. Сами по себе упражнения никакого результата не дадут. Ну, кроме ухудшения. Я надеюсь, понятно это? Да. Замечательно. Лен, как самочувствие? Хорошо. Самочувствие замечательно. Теперь нам остается посмотреть непосредственно вопросы по позвоночнику. Ну, не знаю, показывать это, нет? После, да, можем. Тогда. Угу. Давайте как-то обобщим. Ну, давайте вот обобщим сейчас. Здесь имелось нарушение паттерна шага, а на фоне, скажем так, висцеральных нарушений. Такое часто бывает после родов? Не знаю. Я, честно говоря, с послеродовыми не особо работаю. Ну, думаю, в принципе, это встречается нередко. Потому что, ну, нет никакой особой разницы между человеком родившим или человеком не родившим. Потому что если вошла в роды с какими-то нарушениями, то эти нарушения, они в лучшем случае останутся на том же уровне, либо станут хуже. То есть будет
отрицательная динамика. В принципе, по физиологии это никак отличаться не будет. И встречаться, соответственно, ну, с учетом того, что беременная женщина ходит, у нее гораздо больше затраты, ей гораздо сложнее ходить, у нее очень сильно меняется статика и прочие всякие вещи, да, то, конечно, это будет приводить, увеличивать риск появления болевых синдромов на фоне имеющихся уже нарушений. Ну, стало быть, не обязательно у всех, но у кого-то это случится. Ну, такой вопрос еще. Если, ну, вот сейчас посмотрели эфир, да, на каком-то там первом, например, там втором месяце беременности, ну, не подготовились, вот вы как рекомендовали. Есть ли смысл на первом-втором месяце прийти и что-то подкорректировать, чтобы дальше было легче? Ну, если честно, как бы я не сторонник коррекции беременных, хотя их стараются как бы... Хотя с ними работают, вроде как говорят, что с ними нужно работать. Угу. Ну, я не сторонник этого. То есть тогда уже ждать? Не, ну почему как бы ждать? Кто-то с этим работает. В принципе, у нас в центре с этим работают некоторые специалисты. Можете к ним обратиться. Это лично чисто мое мнение. Ну, то есть попробуем все-таки. Да. Угу. И, ну, конечно, там при отсутствии противопоказаний. Потому что есть какие-то угрозы, если, либо какие-то токсикозы и прочие все вещи, то... С этим работать уже достаточно сложно. Тут куча всяких проблем, и коррекция, ну, осложняется. Ну, можно. Кто рискует, тот берет. Я не рискую, не беру. Угу. Ну, в общем, вы поняли, вы рекомендуете готовиться к родам. Обязательно. Да. Это самое эффективное, самое результативное. Это позволит вам без проблем, без всяких лишних нервов проходить эту беременность. Не гарантия, конечно, но с большой долей вероятности. Вот. И достаточно эффективно быстро восстановиться после родов. Есть еще такой момент именно в послеродовых периоде. Ладно, когда роды проходят физиологическим путем, иногда проходят они кесаревым путем. Путем кесарево сечения. Имеющиеся рубцы на области нижней части живота, они, скажем так, тоже могут приводить к появлению каких-либо нарушений и болевых синдромов. Поэтому, ну вот, после кесарево сечения, после родов, при наличии болевых синдромов, да, легко и смело можно обращаться. Все, конечно, решается индивидуально, но в целом как-то так. Все, господа, если ни у кого вопросов нету, ну, замечательно. Надеюсь, я был вам полезен. Все, всем пока.